Я всех приветствую. Хочу показать вам свою новую картину пионы. Это первые пионы, которые я нарисовала маслом. Холст на подрамнике 30 на 30. Вот. Видно, по бокам тоже красочкой обработано все. Вот сейчас стоят, сохнут они у меня. Это работа по мотивам работы Елены Перминовой. Она мастер писать пионы, они у нее очень красивые получаются, пышные, пушистые. Ну вот мне что-то тоже захотелось попробовать. Такие цветочки получились. Ну, думаю, для первого раза нормально, неплохо. Буду еще пробовать дальше такие рисовать. Когда картина высохнет, я ее покрою лаком. Вот там еще две стоят на подходе, ждут своей очереди. Они уже высохли, но лака у меня нет сейчас в наличии. Пошла в Леонардо, а там только глянцевый стоит. Лак Таир, который мне нравится, полуматовый. Стоит только глянцевый в продаже. Так что буду ждать, когда завезут свеженький. И покрою лаком. Будет вообще красиво. С лаком она будет более насыщенная, цвета будут более яркие. И, как сказать, однороднее будет сама поверхность картины, она как бы выровняется. Вот если близко разглядывать, ну сейчас она еще сырая, не видно таких мест. А бывает, что краска подсыхает, и холст впитывает в себя масло, и получаются такие прожухлые места, матовые, как потертые немножко. Но сейчас такого не вижу. Сейчас все блестит, все сырое. Но когда она высохнет, возможно, появятся такие места. Но лак все это исправляет. Покрытие лаком делает поверхность однородной, красивой, яркой и в меру блестящей. Пишите, ставьте пальчики вверх. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал обязательно, не забывайте. Мне будет очень приятно. Буду вас радовать дальше своими работами. Все, всем пока-пока.